издеваешься, что ли? Дверь открой, а! Куздец! Опа! Сереженька, Катенька, вы что здесь делаете? Идите вот это папу или маму позовите, или дядю своего позовите. Кого-то позовите уже взрослого. А мамы и папы нет дома. А как это мамы и папы нет дома? А где кузнец, если он дома должен быть? Нам нужен какой-то взрослый, кто нам сейчас сможет помочь разобраться с нашей проблемой там. А их нет дома, они ушли куда-то. А куда они ушли, Сереженька, если это не секрет? Может, я еще успею за ними вот это побежать и позвать их? У нас дома молоко закончилось. Наш папа повел маму и дядю на свою ферму коров доить. Ага. То есть в ближайший месяц их, походу, ждать не нужно, да? Если кузнец отправляется на свою ферму коров доить, то кузнец только через месяц вернется. Так, ладно. Слушай, это, Сереженька, твой папа же кузнец? Может, у него есть какие-то там штуки дома, которые нам помогут сейчас защитить пещеру Кузи? Потому что, как нам сказал Кузя... Этой ночью на его пещеру нападет какое-то древнее племя, которое хочет похитить его яйцо. Вот этого сына его будущего. Поэтому, Сереженька, у твоего папы есть там что-то, что поможет нам защитить пещеру Кузи, а? Сейчас принесу! Давай, давай. Хотя бы ты, Сереженька, дядю Эдика не предал, как твой папа кузнец, который просто ушел на свою ферму коров и даже не спросил, нужна мне помощь или нет. Только давай недолго, пожалуйста. Гитара... Деревянные шипы. А на кой черт мне гитара в сражении с древним племем, Сереженька? А все это кончилось, только вот это осталось. Ага. Ну, спасибо и на этом. Если папа с мамой вернется, скажи им то, что я их искал, хорошо? Давай, все, Сереженька. Вот это помощь, вот это я понимаю так. Вероника, возможно, тоже мне сможет сейчас помочь. Я надеюсь, то, что она дома осталась, а не пошла куда-то гулять. Вероника! Открывай! Я ждал то, что ты там сидишь на втором этаже! Давай! Нифига себе, ты страшная какая-то стала. Подожди. Это ты, Альберт? А ты что здесь забыл-то, а? Иди Веронику позови! А чё Альберт делает дома у Шурика с Вероникой, пока Шурика дома нет? Так. Вероника, открывай, у меня с этого момента к тебе еще больше вопросов появилось. Открывай давай! Ты чё, покрасилась что ли, или это... Кристина! А ты чё здесь делаешь? Господи, идите Веронику позовите! Вероника! Ты-то чё тут делаешь? Да у нас тут вечеринка небольшая. Ну ладно, сейчас позову. Вечеринка. То есть пока Шурик планету спасает, у них здесь вечеринка получается. Вероника, открывай дверь! Я 10-й раз повторять не буду! Здорово ядрить колотить! Это что за фигня? Альберт? Ты? Кристина? Пока Шурика нет дома. Это как называется? Собирай манатки, иди, нам вот эта помощь твоя нужна. Да мы тут с ребятами собрались, решили отдохнуть немного. Отдохнете в следующий раз, а сейчас манатки иди собирай, давай иди нам помогай, вот это твоему парню Шурику помощь нужна. А давай ты с Шуриком сами все свои проблемы решите. Ага, хорошо, давайте. А давай ты поможешь своему парню, когда ему грозит опасность. Вероника, будь ты человеком, а? Шурик зовет. Вот это, а ты стоишь со своим вот этим Альбертом каким-то, Кристиной. Ты что, вообще ненормальная? Вот это, качество, вот это. Обосраться. А уже, кстати, и ночь наступила. Вот это я понимаю помощь. Ой, сейчас Шура узнает то, что ты с Альбертом там тусишь, пока Шуры дома нет. Ой, потом будет семейные разборки и семейный скандал. 10 деревянных шипов и одна гитара.
Я, конечно, люблю музыку, но я сомневаюсь, что она сможет спасти жизнь и мне, и Шурику, и Кузе, и бабе Кузе, извини, не знаю, как ее зовут, до сих пор. Так, Шура, спускайся давай сюда вниз, иди сюда. У нас с тобой, Шурочка, проблема есть. Я бы сказал, конечно, небольшая, но она обосраться какая большая. Держи, 10 деревянных шипов и гитара. Но гитару я тебе не дам, сам буду на ней играть. Короче, кузнеца дома нет. Брата кузнеца тоже нет. А твоя девушка, я, конечно, не хочу это говорить, но все же. У тебя дома сейчас Альберт. Пока тебя нет. Я постучал, чтобы позвать Веронику, чтобы она нам помогла. А дверь открыл Альберт. В смысле, Альберт у нас дома? Это как? А еще Кристина там была. Альберт, Кристина и Вероника, они мне сказали то, что они решили небольшую вечеринку устроить, пока тебя дома нет, и никто даже не захотел мне помогать. А вот сейчас вот это, Шурик, я вообще в душе не чаю, что нам надо. Расставляй, короче, вот эти здесь шипы, надо хотя бы как-то обезопасить вот эту территорию, потому что как бы уже почти середина ночи, это значит, Кузя и баба Кузи, то, что нам скоро настанет огроменная сракоспенция. И придет какая-то ночная нечисть, которая захочет украсть ваше вот это вот яйцо. Шура! Когда закончишь, наверх сюда поднимайся! Я эти штуки деревянные расставил. Занос, конечно, много загнал, но надеюсь, что хотя бы выживу. Не боись, Шурик, 100% выживешь. Ну, а сейчас тогда нам остается ждать, пока придет какая-то нечисть внеземная, которая хочет украсть твои яйца, Кузя. Нам тогда, Шура, с тобой остается только ждать. Это чё? А что это за бабуины красножопые? Это что они тут забыли? Вот я тебе тоже такой же вопрос только что задал, Шура. Это чё? Это вот это вот древнее племя, про которое... Кузя, это вот эти у тебя яйца хотят забрать? Вот это, так я сейчас разберусь за секунду. У них копья, да вот эти, да, да щиты. Сейчас, стойте здесь, никуда не уходите. Сейчас, сюсюкаться... Мумукаться с вами мы сейчас 20 раз будем. Да просто сейчас вам вот этот молот с неба прилетит и все. Так, ладно. Это, Шура, уши закрой на всякий случай. И... Вы что, бессмертные, что ли, я не могу понять, а? Ай, так, ладно, магия, походу, опять не работает. Вот это Кузя, баба Кузи, давайте! Слушай, я магию, конечно, люблю, но на кой фиг она вообще нужна, если почти против всех мифических существ она не работает? Зачем? Мы все умрем! Они нас на костре зажарят сначала, а потом заживо сожрут! Шура, вот твоей паники еще сейчас не хватало! Сейчас все будет, не переживай! Так, ладно, хорошо. Слушай, если у нас не получается их опять кокнуть магией, потому что магия в большинстве случаев почему-то не работает, тогда придется с ними сражаться обычным оружием. Смотри, что у тебя есть. У меня есть лук, но стрел нет. Гитара и удочка. О, может удочка, вот, да, может удочка пригодится. Но у меня есть, конечно, вот эти вот ядовитые кинжалы, но они хороши только тогда, когда ты урон сзади наносишь. И что нам тогда делать, Шурик, если мы даже вот это не можем отбиться от них? А помнишь тех охотников, которым мы помогли драконов убить? Ну, в прошлой серии, да, только драконов мы не убили, мы там их обхитрили немножко, ну, а чё?
Так может у них помощи попросить? Они же у нас как-никак в долгу вроде. А вот это очень даже хорошая идея, Шурик. Вот видишь, мозги работают, если их хорошечно напрячь. Я сейчас, короче, тогда с этим с Кузей полечу вот туда за охотниками, приведу подкрепление, а ты пока отбивайся с бабой Кузей. Мы быстро, не скучай. Кузя, вперед! Полетели в лагерь, если я хорошо помню, он где-то вот здесь вот находится. Опа, вот здесь приземляйся, и главное, никуда не улетай, дождись меня. Опа, так, Кузя, стой там, а я сейчас... О, вот, золотой меч, понадобится еще бы пару каких-то оружий, вот, два щита, тоже лишними не будут. Здесь у нас топор тоже понадобится. И вы, мужики, мне тоже понадобитесь, если уже так напрямую говорить. Здорово, это, вы по мне уже успели соскучиться, не? Мы же вам помогли это, драконов кокнуть, не? Вы же как бы у нас в долгу получается. Вот мы с Шуриком хотим вас попросить об одолжении. Нам там помощь нужна. Нам, на нас там какие-то сумасшедшие из деревни напали. Нам от них отбиться надо. Вот если не сложно, а? Хотя бы 2-3 человека со мной сейчас пойдут и помогут, а? Да, мы еще после вот вчерашнего не отдохнули. Как-никак двух драконов завалили. Ну, не, извини, сейчас не можем. Ага, то есть как я вам помогать так сразу, да? А как вы мне помогать так нет? И это нормально, по вашему мнению? Да, пацаны, вы не отвлекайтесь, мою историю продолжайте слушать. Короче, я говорю, что он на меня такой берет, залетает просто со всей силы. Я его беру просто за хвост, начинаю крутить вокруг себя на 360 вот так вот. Он такой: Катюха, ты что делаешь? Я говорю: а нефиг было на деревню нападать, моего идюнчика бить вообще. Я его, короче, потом беру за лапу вот так вот, беру, откидываю, он в стенку дыдыщ ударяется. Ну, короче, все, он потом сознание уже потерял. Ну, я пошла чаёк попила, думаю, ну, наверное, все, уже точно кокнулся. Ну, как-то так, короче, я его и грохнула. Я вам серьезно говорю, ребят. Катя! Привет. А ты чё тут забыла, мать? Ты вот с пацанами разговариваю. Я тут слышала, у них вроде кружок какой-то открывается, там, охотничий. Вот я решила к ним, ну, в команду прийти. Но мне магия как-то не очень, знаешь, нравится. А вот охотникам быть и задницы всем надирать, это мне близко. Да, пацаны? Ну, если ты с ними уже хорошо знакома, они мне помогать не хотят, говори их, пожалуйста, мне там офигеть какая помощь нужна. Если мы сейчас туда все не пойдем, то моего друга заживо сожрут, еще яйца его вот это своруют, а я не могу этого допустить, Кать, чтобы у него яйца своровали. Не, они сегодня точно не могут, у них сегодня выходной. Слушай, так а что, давай я тебе помогу. Смотри, у меня есть топорик, у меня щит, и все, погнали, куда там надо, я сейчас всех перекокаю. Ты... Ну да, я, а чё? Ну, ладно. Одна бесполезная баба лучше, чем вообще никто, да? Поэтому да, давай пошли, Катюха, давай. В следующий раз ты хотя бы меня предупреждай, когда в город будешь прилетать, а то я даже не знал. Кузя, ты это, лети туда, мы с Катей пешком пойдем. Пошли, Катюха. Да я тебе отвечаю, я у них уже позанималась. Они меня там немножко подучили, там, всякому этому. Сука, подожди. Это чё-то тебе за лохмотья какие-то? Где мой костюм, который я тебе подарила? Так это и есть твой костюм, который ты мне подарила. Я ничего не менял, Кать, ты чё? Так, подожди, я тебе синий костюм дарила. А на тебе сейчас красный, признавайся, куда ты его делал? Испачкал? Поцарапал? Порвал? Да я ничего не делал, я ничего не испачкал, ничего не порал. Это твой костюм, Кать, который ты мне подарила. Просто, ну как бы, Новый год скоро, новогодние чудеса. Прикинь, он сам превратился вот в такой вот костюм Деда Мороза. А палочка моя, смотри... В сосалку превратилась, в сосательный леденец вот это, я даже ничего не делал, пошли. Так, ладно, вы тут в городе магии все живете, поэтому не мудрено, что костюм сам мог во что-то там превратиться. Хорошо, так, все, давай, куда идти там уже? Так я так и не поняла это сама, кто вам там угрожает, что за чупакабрики-то какие-то, а? Ну сейчас мы туда подойдем, и ты все сама увидишь, только походу, пока я за тобой бегал... Их еще немного больше стало. Было трое, сейчас вроде четверо или пятеро даже. И че это, подожди, ты вот их испугался? Вот этих вот каких-то просто чунга-чанга танцующихся. И что? Что в них такого? А то, что их магия не берет. Я самыми сильными заклинаниями пытался их убить. Им бы вообще хоть хны. Они вообще никак не реагируют на это. Так вот для этого и нужен охотничий клуб. Со своей магией пуляйтесь вот этими пукалками. Нужно брать их настоящим оружием. Пойдем.
Я никуда не пойду, нам план надо хотя бы продумать. Просто так на этих чунгачанок тоже нападать не надо. Ну тогда план такой. Я сейчас иду, всех кокую, а ты просто смотри. А ну, поберегись, чунгачанги! Я знаете, как есть и завалила. А ну-ка, идите сюда, все, на тебе по башке. И тебе по башке. На, ну давай скорее нападай, помогай мне. И тебе тоже, и тебе. На, сейчас тебя так же, как есть, буду крутить просто сверху и тебя выкину в стенку. Ну иди сюда. Ну, план немного работает. Двое обосрались и куда-то убежали. Остальные... А вот эти остались еще, иди сюда. Чё ты бегаешь вокруг костра, дебил?